Ответите на вопрос. Да. На какую следующую страну в нарушении всех международных норм нападут Соединенные Штаты? О, окей. Хороший вопрос. Итак, хороший. Есть четыре варианта ответа. Северная Корея, Иран, Сирия, СССР. А почему все смеются? Это от радости. Итак. СССР, Северная Корея... Стоп! Иран мы уже завоевали. Нет, это был Ирак. Напоминаю, у вас есть подсказки. Я позвоню своему другу, окей? Пожалуйста. Итак, звонок другу. Алло, я слушаю. Володя, здравствуй, hello. Я тут решил стать миллионером, и мне задали такой вопрос. На кого мы следующим на подъем? Знаешь, Джордж, я бы посоветовал тебе бросить это дело. Вы там воюете, а нам потом долги списывать. Володя, мне нужен ответ. Кого колбасить? Чечню. Чечню? Но если там нефть... Знаете, давайте 50-50. Хорошо. Да. Я прошу убрать два неправильных ответа. Ага. Иран и Сирия. Да. И сюда моим войскам близко, и туда. Кого же выбрать? А, Корею! Но мы за ее убрали. Нет, не путайте меня. Мы убрали Ирак. А вот кого убирать теперь? Все, решил. Я беру деньги. Ну как деньги? Ну у вас ноль на счету. Зато у вас миллион. Простите, но это против правил. Запомни, молчи. Если правила не позволяют выиграть, джентльмен меняет правила. Всем понятно? Окей.